Надежда Калашникова стала первой пациенткой, которая прошла обследование на новом аппарате УЗИ экспертного класса. Такой в регионе один. Его закупили в рамках национальной программы здравоохранения для больницы номер 10. Стоимость составила 9,7 миллионов рублей. Аппарат универсальный, он может обследовать практически весь организм, включая органы малого таза, урогинекологические зоны, поверхностные ткани. Отличие основное экспертного аппарата от там, аппарата высокого класса то, что он благодаря своим техническим возможностям позволяет диагноз поставить на ранних стадиях и поставить редкий диагноз даже в том случае, если у пациента сложный, сложной конституции, тучный пациент. То есть аппарат, скажем так, универсальный в плане того, что он берется за любого пациента. Надежду Калашникову направили на диагностику брюшной полости для уточнения диагноза. Сеанс прошел быстро. Врачи признаются, что пользоваться аппаратом легко, ведь он интуитивно понятен. На освоение потребовалось всего несколько часов, а дальше лишь практика. Восхитительное изображение. То есть сравните с фотокамерой, если то 3 мегапикселя фотоаппарат так фотографирует, 10 мегапикселей по-другому. Конечно, качество изображения, детализация, его зерно, экран. Великолепный аппарат. Даже в простых режимах аппарат дает максимальное качество изображения. Его широко используют для перинатальной диагностики, диагностики молочных желез, гинекологии. В ближайшее время аппарат доукомплектуют кардиодатчиком, который позволит проводить УЗИ сердечно-сосудистой системы. Мощность прибора позволяет увидеть маленькие детали. Это самое важное, ну, что касается акушерства, конечно, что касается женского здоровья, онкологической патологии, потому что, как вы понимаете, чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на успех. Стоит отметить, что обследование на новом аппарате УЗИ будет проводиться бесплатно по направлению от лечащего врача. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».